Right to Life presents. Даже если на вас одета толстая, теплая одежда и стоите на морозе, иногда выносить холод становится невыносимым. Чем дольше стоишь без движения, тем холоднее становится. А как насчет собак, у которых тело покрыто лишь тонким слоем шерсти? И что, если она будет находиться в холодной воде? Как долго она выдержит? Нас всегда удивляет бессердечность людей, которые способны на подобные поступки, как в этой истории. Иногда мы не осознаем, что люди могут быть такими безразличными. Брайан Фриц, школьный учитель естественных наук, рыбачил на замерзшем озере в Иллинойсе. Когда он пошел вдоль берега в поисках сухих веток, то наткнулся на черно-белого щенка, запертый в клетке. При этом клетка находилась в холодной воде. Конечно, малыш был не в состоянии из нее выбраться самостоятельно и просто смотрел по сторонам в надежде, что его хоть кто-нибудь заметит. К его счастью, его спасителем стал этот мужчина, который, разумеется, тут же побежал спасать эту собаку. Он понятия не имел, как долго собака пробыла в воде. Известно было лишь одно, что температура воды была низкой, и собака не смогла бы в ней долго продержаться. Он как можно быстрее пошел ее спасать. Видимо, кто-то намеренно сделал это, ведь скоро озеро бы покрылось льдом. Сначала он думал позвонить в полицию или не бросаться в воду самостоятельно, а попросить помощи у людей в этом районе. Но, глядя на состояние собаки, он не мог больше оставлять его в таком состоянии, потому что его поведение показывало на то, что он больше не может с этим справиться. Фриц решил прыгнуть в ледяную воду и поплыл, чтобы как можно скорее вытащить клетку на берег. Когда он добрался до собаки, пес радостно начал вилять хвостом, но самое сложное было впереди – дотащить клетку до берега. К счастью, этого делать не пришлось. Дверца была просто обмотана проволокой. Он вытащил собаку и поплыл вместе с ней. Пес даже не сопротивлялся, словно понимая, что ему хотят помочь. Добравшись до берега, он посадил ее в машину. Нужно было немедленно ехать в ветеринарную клинику. Но прежде чем добраться до больницы для животных, он остановился у своего дома, чтобы взять с собой одеяло, в которое он укутал замерзающую собаку. По прибытии в больницу, восстановление нормальной температуры тела собаки заняло около 2-3 часов. После медицинского осмотра выяснилось, что у него были и другие заболевания, но они не были связаны с нахождением в воде и представляли собой лишь незначительные проблемы, которые позже можно было легко вылечить. После спасения жизнь собаки изменилась. Она снова стала здоровой и готовой найти новую семью. Доктор Меган Фик, ветеринар, рассказала, что после того, как собаку спасли, это было невероятно. Он вилял хвостом и безостановочно облизывал лицо ветеринара. Он понятия не имеет, что мы с ним делаем. Но она, вероятно, знала, что у нас были добрые намерения, и уж точно не причиним ей никакого вреда. Поэтому она не выглядела напуганной. Позже волонтеры назвали собаку Дори. Недавно Дори получила хорошие новости. Фриц, добрый учитель, который ей помог, решил взять ее жить к себе, потому что он только что потерял своего питбуля. Фриц сказал: «Когда я привез эту собаку в ветеринарную больницу, я почувствовал, что хочу, чтобы она стала частью моей жизни. И я очень рад, что мое имя было первым в списке людей, зарегистрировавшихся для ее удочерения. Я не знаю, было ли это совпадением, судьбой или чем-то еще. Но я очень счастлив и рад, что мы смогли восполнить недостающие части жизни друг друга». Ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал. Вместе мы сделаем мир чуточку лучше.